Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Усатый полосатый. Привет! Здравствуйте, малыши. Рассказывайте, куда собрались? У нас новый бассейн. Я иду плавать. Я за молоком. Там целый ящик. А я иду изучать хищника дикого. Отличные планы. Доброго пути. В одну сторону идем. Я уже пришел. Вот мое молочко. А вот мой бассейн. Ой, барашек, это ты в него молока налил? Наверное, это мой хищник. Бежим. Откуда у нас тут хищник? Тем более дикий, а, пандочка? Не знаю, я его в первый раз видела. Страшный? Не, смешной, только большой. Хочешь сначала изучить хищника с безопасного расстояния? Конечно. Пандочка, мы с тобой. О! А хищник он какой? Усатый, полосатый! Может, это тигр? Усатый, полосатый. И пушистый? Да! Это не тигр, это котенок. Так вот в чем дело. Пандочка, мы и правда завели котенка. Котенка? А почему он такой большой? Это не он большой, это ты маленькая, пандочка. Хотя такими темпами он скоро вырастет. Барашек, наливай! Нам тоже нужно вырасти! Все на свете любят вкусное молоко. И малыши, и котята, и даже тигрята. Молочные продукты. Чур мне творожок, чур мне йогурт. Чтобы жить всегда здорово, аппетитно и легко, нам любимая корова подарила молоко. Если ты, мой друг, пока не отведал молока, то сейчас мы все исправим. Ведь беда не велика. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, надо выпить, выпить кружку молока. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, надо выпить, выпить кружку молока. Творожок, сметана, масло, ломтик сладкого сырка получаются прекрасно из простого молока. Йогурт-шмогурт, это точно, даже с дырочкою сыр. И продукт кисломолочный, объеденческий кефир. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, надо выпить, выпить кружку молока. Чтоб в хорошем настроении быть всегда наверняка, надо выпить, надо выпить, выпить кружку молока.
брюнетка. Здравствуй, крошек. Привет. Какая у тебя штучка? Знаешь, что это? Да, блестяшка. Эта блестяшка называется монетка. Красивая монетка. Я ее вон там нашел. Странно. Бам-барам-бам-бам-барам-бам-бам! Ой! Крошек, что это у тебя? Монетка! Красивая! А давай меняться! Я тебе палочку, а ты мне монетку. Давай! На монетке что, все-все поменять можно? Не все, но многое. Надо еще монеток. Вот, домик с монетками. Крошек, это не домик, это копилка. Разве она твоя? Нет! Ой! Наверное, это копилка малыша. Думаю, он решил накопить на велосипед. Да? Надо вернуть монетку обратно! Нюшенька, это была чужая монетка! Давай меняться обратно! Ой, а я уже поменялась с барашком на обруч! Сейчас! Барашек, давай меняться обратно, пожалуйста! Монетка была не моя! Хорошо! Держи, Нюшенька. Спасибо! Пойду верну монетку. Все! Молодец, крошек. Ты все сделал правильно. Крошек! Иди к нам играть. Молодцы, малыши! Придумали новую игру. А монетки пригодятся малышу, чтобы осуществить его мечту. Деньги. Малыши, что вы делаете? Копим монетки! Нет дела! Папа работал, и мама работала. Что же в итоге? Вот она, денежка наша в кармане звенит. Кто не работал, пусть нас не звенит. Мы на монетке купим котлетки, купим конфетки, купим для детки, мы даже слона. Только посмотрим, какая цена. А я буду тратить монетки. Купим картину, картошку и платьице. Жалко, что деньги так быстро тратятся, вот бы разве они словно грибы. Как хорошо бы тогда было бы. Мы на монетке купим ракетки и статуэтки. Купим для детки речной пароход. Только еще поработаем год. Деньги, конечно, имеют значение и для лечения, для обучения. Но чтобы видеть счастливые сны, деньги, ребята, совсем не нужны. Мы на монетке купим салфетки, жилетки, розетки. Ну а когда подрастут малыши, купят и нам что-нибудь для души. Лимонад. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Вот это да. Вы устроили тут настоящий пляж. Ага. Хорошо на пляже? Да, только жарко чуть-чуть и пить хочется. Давай попьем, барашек, а потом поиграем. Правильно, барашек. Вода прекрасно утоляет жажду. О! А я буду это! Лимонад?
Нюшенька, в нем столько сахара, что скоро снова захочется пить. Зато он вкусный! Ну что, побежали? Побежали! Пить хочу! О, твоя очередь, Нюшенька. Оп, я сейчас. Нюшенька, а еще вода очень полезная. Теперь поиграем. Теперь поиграем. Барашек, давай попьем лимонад. Я его сама сделала из воды и лимона. Лимонад. Вкусно. Домашний лимонад без сахара очень полезный. Отличная идея, Нюшенька. Вредно и полезно. Что-то делите, малыши? Да, вкуснятину и вреднятину. Мы сейчас, ребята, все, что нам известно. В этой песенке поделим пополам. Тут споем о том, что очень нам полезно. Ну, а тут о том, что очень вредно нам. Подпевай-ка, не скучай, нам погромче отвечай. Есть фрукты – полезно! Есть овощи – полезно! Есть чипсы – вредно! Пить газировку – вредно! Мыть руки – полезно! Руки вредно. Гулять в лесу полезно. Ковыряться в носу вредно. И, конечно, петь все вместе веселые песенки очень полезно. А ведь полезно — это значит, мы становимся сильней, мы становимся бодрей, мы становимся мудрей. Ну а вредно — это значит, что потом что-то сделав очень горько, пожалеем мы о том. Что-то сделав очень горько, пожалеем мы о том. Пирамиды. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Привет. Похоже, у вас намечается настоящее путешествие. Ага. Идем смотреть на пирамиды. Вот, я и юбочки взяла, и игрушки, и платье. Самое нужное. А у меня вода есть, очки от солнца. Вот, и карта. Так, какой интересный у тебя набор, Пандочка. Ого, бежим скорее. Ой, жарко! Ой, темно!
Вовка. Да не за что. Умницы, справились с жарой. Теперь можно двигаться дальше. К пирамидам! Это пирамида? Нет, пирамида вот такая. А это? А это сфинкс. Сфинкс? А где же пирамиды? Сейчас найдем. Нюшенька, эти вещи тоже нужны. Пандочкины делают отдых безопасным, а твои – веселым и запоминающимся. Например, вот. Ах, как же приятно и весело бывает в путешествии. Особенно в компании лучших друзей. Путешествие. Играешь в жмурки, крошек? Не-а! Путешествие! Почему по дому всюду чемоданы? Почему глаза на лбу у папы, мамы? Что за наказание? Да что за происшествие? Просто мы собрались все в путешествие! Да! До! Да! 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 Мы поедем на машине, полетим на самолете, поплывем на пароходе и на поезде, чух-чух, чтобы мир большой увидеть, чтобы все скорей запомнить. И при этом надо вслух, и при этом надо вслух громко крикнуть: ах, эх, ух! Ах, диковинные страны, ах, чудные города, где, представьте, как ни странно, снег не падал никогда. Ух, так это значит горы! Ух, не разглядеть вершин! Эй, кончайте разговоры, бары-боры! Дальше путешествовать спешим! Эх! Эх! Ох! Ух! Ох! Эх! Ох! Эх! Ох! Эх! Ох! Верный спутник путешествий и приятных происшествий. У него 15 глаз, у него 15 ух. Непременный, ах, эх, ух. Непременный, ах, эх, ух. Пропажа. Добрый вечер, малыши. Что-то вы заигрались сегодня. Привет! Здравствуйте. А у нас дом ледяной. Очень красивый дом. Молодцы, что построили. Но уже поздно, и вам пора спать. Ну, ничего, завтра поиграем. Буду ждать завтра. А ну, скоро? Скоро. Вот вы сейчас поспите, ночь пройдет, и с утра уже будет завтра. Эй! Сладких снов, малыши. Ой, море. А где же наш домик? Хм, пока неизвестно. Поплыли искать. Что-то домика совсем нигде не видно. Ой, смотрите! Наш домик! Ой. Так он растаял! Вот почему море! Да, малыши, прошло время, и лед растаял. Вчера был дом, сегодня стало море. Ура! Мы нашли наш домик! Он стал морем! Отправляемся в плавание! Курс на полярную звезду! Стоп-мотор! Есть стоп-мотор! А теперь швартовы!
А я хочу обратно домик. Не расстраивайся, пандочка. Мы нальем воду в формочку и уберем в холодильник. До завтра вода замерзнет, и у нас снова будут ледяные кубики. И мы построим из них домик! Или целый замок! А почему бы и нет? Ледяной замок – отличная идея. А сегодня у нас море! У наших малышей каждый день приключения. Вчера они строили домик, сегодня играют на море и завтра тоже что-нибудь придумают. Вчера, сегодня, завтра. Молодец, крошек! Завтра тут появится росток. Завтра? А это когда? Завтра, сегодня, завтра, сегодня, завтра, сегодня, вчера. Это считалка, это загадка, это такая игра. Вот ты проснулся, точно сегодня, но засыпал ты вчера. Спать же ложась непременно сегодня, завтра проснешься с утра. Это день, который начался с утра. Ночью я посплю, и наступит следующий день – завтра. А день, который был до того, как я проснулся, называется «вчера». Вчера посадил семечко, сегодня поливаю. Завтра будет росток. Молодец, крошек, во всем разобрался. Привет! А барашеку поможешь? Завтра, сегодня, завтра, сегодня, завтра, сегодня, вчера. Это считалка, это загадка, это такая игра. Но что приятно, что вероятно, будет играть детвора. Как играла вчера, будет играть и сегодня. А как поспит, непременно и завтра, прямо с утра. Океан. Привет, ежик. Привет. Что это у тебя здесь? Океан. Ух ты, целый океан. Ага, с осьминогом. Ой, давай еще корабль нарисуем. Давай. Можно? Конечно. Там же много. Такие волны. Такой ветер. Ребята, там цветок вёнет. Есть вода? О, вон, в океане. Там ого-го, сколько воды. Закончился. Океан? Да, малыши, даже большой океан может закончиться. И тогда кому-нибудь воды не хватит. О! Мы теперь очень о природе будем заботиться, да, ежик? Я хорошо закрыл кран, чтобы не капало. Ай да малыши, все правильно поняли.
То, что у нас есть, нужно беречь и для себя, и для других. Заботимся о природе. Что это капает, барашек? Кап-кап. Дождик, наверное. Кап-кап, кап-кап, кап-кап. Капает вода из крана. Кап-кап, кап-кап. Закрывай его скорей. Если будет лить из крана, то не станет океана, то не станет океана, рек, озер, морей. Нам купаться хочется, хочется, хочется. Пить водичку хочется, хочется, хочется. А вода сбежит из крана, кап-кап-кап, и кончится. Кап-кап, 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 кап-кап. Кран закрыть мы не забудем. Кап-кап, кап-кап. Песенку споем всем людям, чтоб народы и все страны закрывали свои краны, чтобы в мире никогда не кончилась вода. Чтобы дети, папы, мамы закрывали свои краны, чтобы в мире никогда не кончилась вода. Кап-кап, 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 кап-кап. Плюшка. Здравствуй, ёжик. Здравствуйте. Привет, листочек. Хочешь дружить? Хочет. Ты будешь... Плюшка. Привет, Плюшка. Я ёжик. Приятно познакомиться. Ой, я же про ручки забыл. И про ножки. Ой. Ой, ёжик, а кто это? Такая смешная. Это Плюшка. Только она не может вам помахать. У нее ручек нету. Ручек? Сейчас. Привет, я Плюшка. Ну, здравствуй, Плюшенька. Расскажи о себе, откуда ты? Откуда, откуда? Я из книжного домика. Как-то в нем неудобно. А может, домик-кружка и каждый день чаепитие? Ой! Вот! Плюшка будет жить во фруктовом замке, где крыша арбуз, а стены из ананаса. Ева фруктовой страны. Молодцы, малыши! Сделали такую сказочную аппликацию, а маленькую Плюшку превратили в настоящую королеву. Аппликация. Бумага, блин, ножницы, шлёп, блин, и шлёп, клей, блин, будем клеить, шлёп. Блин. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей. Ракушки и веточки. Клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей. Не скучайте, деточки. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей. Ах, какая грация! Наш
наша аппликация. Просто счастлив, братцы, я. Сложится. Клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, деревце и рожица. Лей, клей, лей, клей, лей, клей, лей, клей, ах, какая грация, наша аппликация. Просто счастлив, братцы, я.